Саймон сказал, дайте мне сока! На меня никто не слушает! Я хочу сока! И хватит мне угадывать! Теперь вы будете слушаться Саймона! Вот что значит баловать детей. Это все из-за сока? Как бы он ни превратил в сок всех вокруг... Саймон! Что ты делаешь? Ну-ка, вылезай из рюкзака, пока не натворил бед. Я тебя не слушаю, ты нехороший. Лезай отсюда! Удар! Эй, уведи людей подальше. Я не могу драться с Саймоном. Ему всего 6 лет. Нужен отвлекающий маневр. Эй, Саймон, не поймаешь! Ну, держись! Ничего у тебя не выйдет, малыш! Саймон сказал, хватит! Так-так, денек становится все хуже и хуже. Знаете, я даже люблю жару. Что вы сказали? Я не расслышала. Я говорю, жара не так страшна, когда к ней привыкнешь. Я не знаю, как вы, а мне нужен отдых от внуков. Я люблю их, но Саймону палец в рот не клади. О, как я вас понимаю. С Беном тоже не так просто. Что вы сказали? Подойдите поближе. Так ты любишь телефоны? Знаешь, я тоже. Саймон, ну-ка вернись. О, так хочется пить. Это все жара, верно? Мы сделали сок из-за трубей. Попробуешь? Гадость! Послушай, приятель, оставь этот славный городок в покое. Мы решим проблему по-ковбойски. А ну, отстань от меня! Ну, хватит, Саймон, я тебя не трону. Ты меня не слушаешь, и я тебя тоже не буду. Это все потому, что ты непослушный. Ой, я говорю, как Гвен. Непослушный? Ты нехороший, Гвен. Я хотел с тобой дружить, но ты обычный грубиян с дурацкими часами. Вот беда. О, какой пейзаж. Водички? Нет, мне и так хорошо. Точно, у вас усталый вид. Нет, все в порядке, я как верблюд. Все ясно. Пожалуй, присяду ненадолго. О, нет. Эй, Саймон, сколько там весит голова человека? Ты подлизываешься, потому что твои часы слабее моего рюкзака. 4 килограмма! Эй, куда он? Сюрприз! Давай поговорим, Саймон. Нет, ты, как и все, указываешь мне, что делать. Не свисти, ешь витамины, чисти зубы, надоело. Все хотят, чтобы я слушался, а меня никто не слушает. О, мне знакомо это чувство. Тебе запрещают быть собой. Да, они хотят, чтобы я был идеальным, будто я какой-то принц. А тебе просто хочется, чтобы они тебя услышали. Ну да. Я ведь тоже много знаю. Здорово, но, Саймон, они так ведут себя из-за любви к тебе. И если даже тебя никто не слушает, это не значит, что нужно громить все кругом. Просто успокойся. Ладно, но я тебя прихлопну. Вот, все сначала. Вот так я и потеряла свой первый зуб. Здорово, да? Ой, а ты куда это? Райан? Нужно сделать одно дело. Стоп, это что, Бен? О, не знаю, что мне с тобой делать. Я сдаюсь. Ты нехороший, я тебя накажу. Ну, хватит! Что? Нет, 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 нет! Ого, это больно. Но зато я не свалился на землю. Вот и попался. Эй, сок, сон, сейчас. Только не говори бабушке, ладно? Ну, наконец-то. О, нет. О, Саймон. Бен! Нет, ты меня убил! Что здесь происходит? А, ты опять выиграл. Кто тебя научил? Годы практики. Ха, кажется, все нормально. Райан, а где твой братик? Дедушка, а про меня ты забыл? О, да. Привет, Гвен. Мне нужно посидеть. Спасибо, что поиграл со мной, Бен. Было весело. Чудная прогулка. Надо будет повторить. Ну, ребята, в автобус скорей. Вот и...